Дима рискнул искупаться в водопаде. Зрелище потрясающее. Это как-то он обойдет. А, он не может доплыть, его течение сносит. Доплыл. Мы не сильно, купаться можно. Это ведь все, что он баран очень дороже и боюсь. И реально вот так ко мне. Я поняла, туда иди. Я там больше не пойду. Так все? Вот такой. Все? Мы пришли на второй. Да, на второй водопад. Я даже не знаю, на что похоже. Настоящие джунгли, кругом деревья, скалы, водопад. Рыбы кусаются. Ну, не мелкие. Мелкие. Там жадные суперные. Ой, блин. Но они маленькие. Они маленькие, да, они не сильные. Они кусаются приятно. Это бесконечные просто джунгли. Это нечто. Я так уже не мечтал, что скажу. Вода прохладная, но очень освежает. Не сильно. В душном климате тропиков то, что нужно. Плыви до камушков до того. Плыви, плыви. Сегодня мы пошли в джунгли настоящие, посмотри. Тут кругом водопады. Да, это просто красиво. Мы на самом деле просто сами. Кто-то поет в джунглях. Неизвестный певец. Дим, кто это поет? Цикады, я знаю. Цикады. Пойдем. Дорожка такая интересная. Это мы уже возвращаемся. Сил не осталось совершенно. Но идти надо. Джунгли, конечно, хорошо.
Нет, иди сюда, выходи. Но дома лучше. Огромное количество бабочек летает. Просто невероятное количество. Маленькие, большие. Маленькие в основном. Но больше хватает.